Большие преобразования прошли практически во всех сферах развития региона. На рабочей встрече губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых достижениях президенту Владимиру Путину. Важной темой стало улучшение экологической обстановки. Мало того, что мы закрыли полигоны, мы их рекультивировали благодаря федеральной программе. И теперь это совершенно другая реальность. Так, рекультивация полигонов в поселке Часы проходила с 2020 года. Он начал свою работу в 1979 и без остановки принимал отходы 40 лет. Высота полигона была 35 метров, а площадь участка 17 гектаров. Вся техническая часть работы уже завершена, сейчас перешли к биологическому этапу. Нам нужно всю вот эту огромную массу загрязненных вод из-под полигона за несколько лет выкачать, очистить, привести грунтовые воды в нормативное состояние. Их также специальная лаборатория отбирает, то есть периметр полигона весь проколот специальными скважинами. Ежемесячно проводится мониторинг, смотрится состояние. После окончания всех процедур территория станет полностью безопасной для посещения. Другую программу по переселению жителей из аварийных домов завершили в Подмосковье досрочно. Так, в нашем округе 61 семья из многоквартирного дома по улице Институт в Больших Веземах получила новые квартиры. Эту квартиру нам дали взамен старой. Старая квартира попала под снос, жилье ветхое, и вот нам дали такое. Мы, конечно, такого не ожидали. Очень нравится, очень все прекрасно сделано, все красиво, но замечательная квартира. Дороги – еще одна из наболевших тем для жителей Подмосковья. В связи с открытием МЦД-3 и МЦД-4 в области уже построено более двух десятков путепроводов для автомобилей. Реконструкция проезжей части по улице Чистяковой в Одинцовском округе завершится в конце сентября. На финальной стадии и ремонт эстакады на 26-м километре Можайского шоссе. Движение на обоих дорогах уже открыто. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».